Живые, яркие, завораживающие фотографии экспозиции «Крым. Можжевеловые горы» погружают в романтику русского юга. Изумрудно-лазоревое море с высоты птичьего полета. Местная флора и ночное небо, усыпанное миллионами звезд. Остаться равнодушным при одном лишь взгляде на эти снимки просто невозможно. Они были сделаны в 2021 году, в июне, когда мы как раз посетили мыс Айя Балаклавского района в Крыму. Буквально, когда я повесил все эти фотографии, я посчитал, мне было интересно, 54 снимка здесь. Но это лишь малая часть вообще того, что мы нафотографировали за те две недели, которые там были. А эта выставка называется «Воспоминания о Крыме». Живопись маслом, акварель, графика – всего 34 работы, которые художник сделал за несколько десятков лет. Конечно, картин гораздо больше. Здесь Максимилиан Пресняков собрал только самые лучшие, на его взгляд, работы с практически девственными ландшафтами, где почти не ступала нога туриста, объясняет художник. Судак, Феодосия, Керчь, окрестности Ялты. Автор знакомит зрителя с его личным восприятием красоты самого удивительного полуострова на Земле. В общем, еще много мест, где мне хотелось бы побывать, в принципе, как непосещенные, нерисованные. Вот. Но, тем не менее, здесь вот есть и Ялтинская Ейла, там, где, опять же, туристы меньше ходят, вот, очень красивые места. То есть, этот обрыв, собственно, сам скальный к южному побережью, вот, а там по верхам очень интересные ландшафты. Длина Крымской береговой линии около 1000 километров, а омывается полуостров сразу двумя морями – Азовским и Черным. Интересно и то, что здесь уживаются сразу три природных и климатических зоны. В общем, туристические возможности нашего Крыма на самом деле безграничны, и объектив отражает лишь малую часть. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».